Хвост. У каждого из нас он есть. Только называется по-разному. Характер, суть, темперамент, нутро. Это дается нам природой, но может измениться со временем. Выбор трансформировать себя или остаться прежним делаем мы сами. В коротком названии спектакля «Хвост» зашифровано послание. Хватит винить остальных. Сам таков. Танцевальная постановка с философским содержанием – один из благотворительных проектов студии современного танца «Адреналина ради танцуем». В этот раз помощь понадобилась 14-летней жительнице Уссурийска Кристине Горбуновой. Быть счастливой девочке мешает болезнь почек. На лечение необходимо собрать около 300 тысяч рублей. Организовывать благотворительные акции и концерты для танцоров студии «Арт» не в новинку. Они помогли уже 3 детям из нашего города, которые нуждались в дорогостоящем лечении. Но эта постановка иного характера. Пластический спектакль в Уссурийске поставили впервые. Была идея одна спектакля, вот, потом очень случайно приснился сон. Мы его обговорили, мы обговариваем все в процессе работы. Садимся кружочком. И не только одна я работаю, работаем вместе с детьми. Они делают какие-то предложения, какие-то свои мысли высказывают. Вот. И как-то сошлись на сне на каком-то одном моменте, потом его развили в спектакль. Со сменой хвоста меняется и сам персонаж. На сцене трусы становились хищниками, а лидеры – стадом. Именно так влияет общество на каждого из нас. Воплотить серьезную задумку было нелегко. Несколько месяцев тренировок, и вот результат. Детище танцоров поразило уссурийскую публику. Ощущения совершенно потрясающие. Такого я вот еще не встречала в нашем городе. Я считаю, что это событие для нашего города. Именно вот такая постановка, именно в стиле модерн, с такой подготовкой. Тем более играют дети. Спектакль очень необычный. Как бы мы ходим на все концерты. И такой интересный был. В принципе, такой интересный и необычный, действительно. Мы немножко ожидали другого, но приятно удивлены. Помочь ребенку можно было не только покупкой билета на спектакль. Благотворительные взносы вносили и в ящик для пожертвований. Танцевальная постановка «Хвост» помогла собрать 100 тысяч рублей. В дорогостоящем лечении в нашем городе нуждаются более 300 детей. В планах артов – дойти до конца и вылечить всех маленьких уссурийцев. Анна Клыга, Александр Синельников, Телемикс.